Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 19 апреля 2024 года. Сегодняшняя ночь в Одессе и в Одесской области была максимально тревожной за последнее время. Значит, первая воздушная тревога у нас объявили в 23:40. Я об этом сообщал в своем вечернем ночном видео. Причина — это шахеды. И также была информация о пуске ракеты в направлении сперва Вознесенска. Потом якобы сообщали о том, что поменяла курс на Березовку. В 00:48 дали отбой воздушной тревоги. Значит, в час 20 снова объявляют воздушную тревогу и сообщают о шахедах. Вот шахеды якобы в направлении Затоки. Слышно было взрывы, в области работало ПВО. Также в 2:18 поступает информация о пуске ракеты Х-59 в направлении Одесской области. Вот. В 2:24 было слышно взрывы, ракету сбили. Отбой воздушной тревоги дали в 2:36. В 4:40 снова объявляют воздушную тревогу. Причина — опять ракеты. Вот, сообщают о том, что два стратегических бомбардировщика Ту-22М3 в акватории Черного моря идут на пусковые рубежи возле Крыма. Были пуски ракет Х-22 в направлении, опять же, Затоки. Здесь сообщалось о том, что в направлении Измаила тоже были пуски ракет Х-22. В 5:02 звучали взрывы в области. Вот. В 5:12 снова поступила информация о пуске ракеты в направлении Затоки. И в 5:16 поступила информация о взрывах. Слышно было взрывы даже в Одессе. Вот. Отдаленные, но достаточно громкие. Сообщают наши местные телеграм-каналы, сообщают о том, что было сбитие. То есть сбили ракету Х-22. Такое у нас происходит впервые. Это означает, что, скорее всего, нам поставили какую-то хорошую систему ПВО. Вот. Но касательно сбития утверждать не могу. Это информация неофициальная. Это информация только предварительная, которую сообщают местные телеграм-каналы. Они очень часто дают информацию неправдоподобную, которая не соответствует настоящей. Поэтому утверждать на 100%, что сбили ракету Х-22, я не могу. Будет официальная информация, уже буду официально сообщать. Значит, и отбой воздушной тревоги дали в 6:14. Это все, что известно на данный момент. Я на связи. А, кстати говоря, тот Ту-22М3, который атаковал сегодня наш регион, он был сбит. Вот есть видео падения. Значит, где-то в районе Моздока упал этот самолет. Есть видео и фотографии с места события, поэтому вот эта информация является уже подтвержденной официально, что самолет был уничтожен, который атаковал сегодня наш регион. Как его сбили, чем сбили, информация не уточняется, но за то, что его сбили, это хорошо. Всем хорошего дня, мирного неба, подписывайтесь на канал, до встречи.